Уважаемые зрители, мы видим, как в Питере и передвигается колонна военных грузовиков. Понимаете, военные. Военные, причем большая колонна. Это уже не Росгвардия. Это не полиция. Это военные. Это другой уровень. Какие-то военные с чемоданом, похожие как ядерная кнопка, здесь присутствуют. Зачем военные нужны в Санкт-Петербурге? Это очень серьезный вопрос, кстати. Русньюз, подписывайтесь на канал, пожалуйста. Марсово поле. Мы видим, как здесь ОМОНовцы на Марсовом поле решили пробежаться за протестующими. Молодежь резко отошла в стороны, некоторые убежали. А, побежали занимать теплые места в автобусе, походу. Сейчас проверим. Так хочется домой. Полицейским. А может еще куда? Старший командовал: не садимся, становимся, не садимся, становимся. Черное на белом хорошо смотрится, ярко. Какая-то необычная тонировка для... О, ничего себе, тут движение. Какие-то отряды, кучи в разные стороны двигаются. Происходит передислокация ОМОНа и полиции на Марсовом поле. Какие-то прям чуть ли не наступления. Вот как они быстро любят занимать теплые места в своих железных автозаках.